всегда начинается Новый год, 1 января, в отеле Royal Palace, Royal Twins. Вот наши представители нашего отеля. Что-то сегодня вас мало. Ну, будем смотреть. Выходят с подарками для монахов. Вот идут приготовления. Скоро должны подъехать будут, скажем так, виновники торжества монахи. Не знаю, можно так их называть или нет. Но ждут только их. Вот приготовлены подарки. Кстати, сегодня в отеле все одеты очень нарядно, в традиционных своих нарядах. Вот уже снимаю, делают фотки. Вот и наш отель. Опять тоже фотографируется. Приехали монахи, ради которых по большому счету и делается этот праздник. Вот мы с вами можем наблюдать начало самой церемонии. Ну, что тут в основном дарят? Вода, какие-то явства, мыло, уход за телом, гигиена. Рядом с каждым монахом идут помощники добровольные, которые с мешками и перекладывают уже пищабок непосредственно в эти мешочки, потому что все поместиться уже не может. Вот наши опять. Далее все происходит уже 1 января, 9:30, начало церемонии. Вот смотрю, также соки передают. В метро, кстати,
есть места, специально отводятся монахам. Они так и нарисованы. Да, вот, кстати, вот кто-то деньги дарил. Ну, конечно, суммы, может быть, небольшие по нашим меркам, но уважение этим они проявляют. Ну, вот каждому, как бы, вот она применялась специально на более мелкие купюры. Да, вот мешки не успевают относить. Естественно, это не одному человеку все передается, естественно. Когда он приедет в свой храм, все это поделит среди своих же друзей-монахов. Пытаясь взглянуть, что там дарит. Записочки, по-моему, которые потом они уже отберут. Также вот доширак, по-моему, да, доширак, подарки идут. Ну, это вот уже наш, по-моему, отель. Его надо получше заснять. Они всегда к нам хорошо относились. Попробуем им собрать видео. Огромное спасибо вот этому человеку, который особенно оберегает наш отдых. Этот у нас большой босс в столовой, где мы кушаем, ну, в ресторане, как кому угодно. Ну, мы перемещаемся, где будет как бы заключительная часть церемонии. Это наша охрана. Всегда на посту и днем, и ночью. Подарки вроде все подарили, приготовили деньги в конвертах. Общими усилиями тут быстренько довольно разобрали столы. В прошлом году этого не было. Что-то вот сейчас они фотографии, по-моему, стулья приготовили именно монахам. Да. Ну, мы пока поменяем позицию, здесь что-то не особо нам кадры будут. Попробуем. Ну, здесь, мне кажется, вот так получше позиция наша. Много, опять же, фотографов. Ну, тут у них пошли молитвы. Чтение молитв. Вела манифика бадам самадиями.
พระธรรมสมาธิามิสังฆัสสะปัจจายโนจัตตารุธัมมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภาคังพระพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังสิณนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธัมมังขันธานุภาเวนะปิตตัตตยานุภาเวนะจินสาวะกานุภาเวนะสัพเพเทโรธาสัพเพเทพยาสัพเพเทอันตรายาสัพเพเทอุปัชฌวาสัพเพเทตุนิมิตตาสัพเพเทอวมังคราวินัสสันตุอาย